Доброе утро, меня зовут Александр Кириенко, и сегодня правильный завтрак готовлю для вас я. Это будет многослойный горячий бутерброд. Для приготовления мы возьмем чабата, яйцо, помидор, авокадо, майонез, руккола и сыр. Это немножко замысловатый, но очень вкусный и интересный бутерброд. Нам понадобится изначально хлеб чабата. Мы отрезаем несколько кусочков. Берем противень, выкладываем на него чабату, сыр, выкладываем на каждую чабату и отправляем это все в духовой шкаф. Буквально на 3-5 минут, чтобы наш сыр немножко расплавился, а хлеб подогрелся. Следующее наше действие будет происходить с авокадо. Чтобы авокадо не потемнел, на него надо сбрызнуть немножко лимонного сока. Подсаливаем, чуть-чуть буквально, и при помощи вилки разминаем в кашу. Это будет у нас между слоями такая прослоечка из авокадо. Мы еще сюда добавим не совсем полезного, но очень вкусного майонеза. Совсем чуть-чуть. Отставляем пока в сторону. Берем помидор. Нам надо пару кружков помидора. И включаем плиту. Делаем яичницу глазунью из одного яйца. Собираем наш бутерброд. Первая часть. Положили помидор. Затем вторая часть. На нее мы выкладываем наш импровизированный гуакамоле, можно так назвать. Третий бутерброд. И выкладываем нашу глазунью. На украшение используем немножко рукколы. Сытный, вкусный завтрак готов. Приятного аппетита и хорошего дня.